На самом деле в этой выставке все-таки есть возрастное ограничение от 12 лет, но мы считаем, что детям, например, старшим школьникам вполне можно и нужно здесь бывать. Это просто раздвигает границы нашего восприятия искусства и мира в целом, многообразие творческих приемов, способов видения, познания мира. Все эти вещи должны быть увидены.